господа, приветствую. Меня зовут Сергей Васенев, я генеральный директор Мотомира Вячеслава Шиянова. Мотомир Вячеслава Шиянова – крупнейшее в мире собрание ретро-мотоциклов, посвященное золотому веку мотостроения, пик которого пришелся на 30-е и 40-е годы прошлого века. Человечество наслаждалось плодами стремительного технологического прогресса. Мотоциклы были его воплощением, ярким и доступным миллионам людей. В предвоенной гонке за мощь моторов и скорость железных коней приняли участие 14 стран мира, 3 сотни производителей и 2000 моделей мотоциклов. Скорость мотоциклов золотого века росла экспоненциально и достигла немыслимых даже для сегодняшнего дня 279 км в час. Элитные мотоциклы стоили как дом, однако и за сравнительно небольшие деньги каждый мог купить сверкающий стальной сплав красоты, скорости и мощи. Лидеры гонок были кумирами, почти богами, а мотоциклы пользовались безумной популярностью. Надеюсь, в двух словах мне удалось донести мысль о том, что золотой век мотостроения достоин того, чтобы стать хобби Вячеслава Шиянова, который посвятил сбору этой коллекции 20 лет. Принципиальной особенностью Мотомира является то, что мы оживляем наши экспонаты. Многие мотоциклы разгоняются до 100 км в час и выше. Для тех, кто хорошо чувствует и любит технику, нет большего наслаждения, чем стремительное движение под могучий рокот живого столетнего мотора. Кто в теме, тот поймет. Ядро коллекции состоит из крупнокубатурных мотоциклов с объемом двигателя свыше 800 кубических сантиметров. Среди тысяч моделей мотоциклов золотого века это самые мощные, самые проходимые и самые быстрые. Большая их часть – специально разработанные военные мотоциклы с приводом на колесо коляски. Среди сотни экспонатов Мотомира можно выделить три группы. К элите военного мотостроения мы относим специально разработанные серийные военные мотоциклы с объемом двигателя свыше 800 кубических сантиметров. Мотоциклы с приводом на колесо коляски и четырехцилиндровые мотоциклы. Это самые мощные, самые проходимые и надежные мотоциклы. К элите гражданского мотостроения мы относим знаковые мотоциклы, каждый из которых являл собой прорыв инженерной мысли на пути к совершенству золотого века. Трициклы, трехколесные и гусеничные боевые машины, особого совершенства в создании которых достигли итальянские инженеры. Мотомир обладает самой представительной коллекцией трициклов в мире. Коллекция создавалась долгих 20 лет, но для широкого зрителя Мотомир открылся только весной 2014 года. За это время коллекция увидела порядка 1,5 миллиона зрителей. У Мотомира 15 тысяч сетевых подписчиков из 50 стран мира. Вскоре мы примем ценителей мототехники в собственном музейном комплексе Самарской области. Мотомир проехал тысячи километров в ходе сотни тест-драйвов по Волжским берегам, Петербурге и Подмосковье.
Мы хотели бы проехать по всей России и, возможно, совершим кругосветное путешествие на ретро-мотоцикле.